Magic Paris et Presta ut quicum decorum illa ugnitenium filium teum beatissimum. А хорошо тут будет нашей святой. Красивое, видное место. Да. Сама пани Енина выбирала. Она у нас художник. Понимает, какой пейзаж живописный. Adjutorium nostrum in nomine Domini, Dominus vobiscum, adaptatum benedicere et sanctificare digneris et res... А вам известно, пан управляющий, что к нам едет новая учительница? Учительница? Да. Именем Речи Посполитой Польской окружной суд в Раздоле постановил: земля крестьянина деревни Лентовни Хамы Габрис, полученная его прадедом Нестором Габрис, по сервитутному процессу от августа 20 дня года 1874, по которой теперь проходит новая дорога из палаца графини Пшежинской, на основании закона о комассации статьи 138 пункт Б о землеустройстве, признается подлежащей отчуждению в пользу графини Пшежинской. И входит с этого момента в собственность графини Пшежинской. Прошу. Что же это выходит? Конец мне. Теперь, значит, я к пани на поклон идти должен. Свою же землю в аренду просить, а? Молчите. Ну, а я не хочу молчать. Не буду. Что ты задумал? Уйми свою гордыню. Не справиться тебе с пани. Что ты хочешь? Ведь нам дали взамен другую землю. Дали. А ты видел эту землю? На горе песок, а в яру болоту. Там хлеб уродится, когда рак свистнет. Покорись. Смотри, у пани право. Врешь. Пани место себе отсудила, а не землю. Земля моя. Она меня любит, а не пани. Не отдам. Хочешь горсть, а возьму. Постой! Хома! Thank you.
Через несколько дней ты начинаешь свой путь, сестра моя. Мы, наверное, уже не увидимся до отъезда. Да, я должна готовиться в дорогу. Что-то ждет меня впереди. Дитя мое, моя дорогая Ганна, ты понесешь народу свет знаний. Я буду молиться за твои успехи. Покойный граф любил эти цветы. Да, Юзеф. День добрый, пани. День добрый. Что нового, Матеуш? Все хорошо, пани. Кража вот только забавная сегодня ночью произошла. У новой дороги, где вчера святую поставили, хлоп два мешка земли унес. Что? Что вы говорите? Два мешка земли унес? Да. Это тот самый хлоп, который не хотел, чтобы мы на его земле дорогу прокладывали. Матеуш, это хуже, чем воровство. Это хлопский бунт. Хлоп голову подымает. Сегодня землю, а завтра он мое имение захочет взять. Я так не думаю, пани. Пани слишком боится хлопов. Это у вас, простите, пани, навязчивые идеи. Идея фикс. Витаете в облаках, Матеуш? Кто украл? Какой это хлоп? Хамага Брысь. Мы с ним судились из-за дороги. Позвать его ко мне. Я хочу его видеть. Надо знать своих врагов. Так, пани. Зачем украл землю? Земля моя? Нет. Моя? Нет, не твоя. Я на ней работаю. Земля меня любит. А ты зря по ней ходишь. Зря? А этот палац, по-твоему, не мой? И все эти вещи, по-твоему, тоже не мои? По-моему, не твои. Ты их нажила, а не трудом заработала. О, да ты философ. Не знаю. Я по правде. По правде? Вон! Хлоп! Матеуш! Это страшно, Матеуш.
что делать? Ничего страшного нет, пани. На хлопа нужно подать в суд. Мало. За кражу его присудят к тюрьме. Или к денежному штрафу. Штраф за хлопа внесу я. И он вам за это отработает год. Матеуш, после смерти мужа крестьяне распустились. Этот философ, укравший землю, очень плохой признак, запомните это. Сегодня конец траура, и теперь я по-своему займусь хозяйством. Именем Речи Посполитой Польской окружной суд в раздоле постановил признать крестьянина деревни Лентовни Хамугабрыся виновным в сопротивлении власти при проведении комассации, выразившейся в краже земли графини Пшежинской. И в силу законов о защите собственности на основании статьи 163 пункта приговорил подсудимого Хамугабрыся 48 лет, грамотного, украинца, к штрафу в 130 злотых в пользу Речи Посполитой Польской. Высокий суд. Графиня Пшежинская была настолько великодушна, что уполномочила меня внести за этого хлопа штраф. Попасть в Лентовню. Не вы ли будете, пани, новая учительница? Да, я только что приехала. Прошу извинить старика. Меня за вами послали, а я и не заметил. Прошу садиться. Прошу. Спасибо. Это был? Это, прошу пани, заметить, был один очень несчастный человек. Его надо жалеть, за него надо молиться Богу. Эй, хлоп, ты видел велосипедиста, а? Здесь, пани Пастурковой, много народу встречается. Дорога людная. Ты не верти быдло! Куда он скрылся? Вы не сердитесь, пани Пастурковой. Я ж не знаю, кого вам нужно. Нам повстречался какой-то несчастный парень. Ну! Так он прямо поехал. Вот и пани видела. Правда, пани? Да. Он поехал туда. Премного благодарен. Пани указала, куда скрылся государственный преступник. Какой же это несчастный! Вы меня обманули! Теперь я виновата перед Богом! Как смели вы сказать неправду людям, охраняющим закон? Неправду? А что же, пани, мне оставалось делать, если это был мой сын, мой Андрей? Мы давно вас ждем, пани учительница. Прошу. Ну что ты вылупила глаза? Открой дверь, пани учительницы. Это моя батрачка Марийка. Бестолковая девка.
Прошу. Спасибо. Вот ваша комната. Ой. Не работает. Может, найдется мастер, починит. Пошла. Пани не будет удивляться, если я попрошу за комнату вперед. Так уж у меня заведено. Пожалуйста. 10 злотых прошу, пани, 10 злотых. Благодарю. Ты что, хочешь, чтобы я опять записал твоему отцу штраф? Смотри, если я тебя еще увижу здесь. День добрый. Добрый день. Что нового в деревне, Матеуш? Говорят, приехала новая учительница, пани. Молодая? Я ее еще не видел, пани. Юзеф. Через час сходишь к новой учительнице и пригласишь ее в замок от моего имени. Слушаюсь, пани. Любить искусство, чтобы собрать так много картин. О, и как много надо забот. Мой дед положил начало этой коллекции. Это Рафаэль. Автопортрет. Я и сама немного рисую. Мой учитель, ученик великого Матейка, говорит, что я подаю надежды. Хотите, я вам покажу свои работы? Это Стефан. Как он похож. Вы знаете этого человека? Это мой кузен. Мы провели с ним все детство. Я очень люблю его. Это блестящий офицер. Мы познакомились с ним на курорте Магдалены в Карпатах. Однако, как все это неожиданно. Стефан мне никогда не говорил о вас. Мы с ним редко стали видеться после того, как я пошла в учительницы. Почему же? Он не разделяет моих взглядов на роль учительницы в деревне. А вам нравится ваша деятельность? Мой путь труден, но перед Богом я поклялась отдать народу все свои силы и знания.
Приобщать народ к великой польской культуре – высокая миссия, пани учительница. Но обилие знаний часто отвлекает хлопов от их обычных занятий. Это не ведет к добру. Так что будьте осторожны. Сегодня в Лентовне праздник. Вам будет интересно посмотреть. Да, очень интересно. Я смогу увидеть сразу всех в Лентовне. Благодарю вас. Идемте, пойдем.
говорит: сынок мой, Яков, у нее деньги есть, мы с долгами расплатимся. Смотри, ведь все у нас описано, все уже не наше. Ну, а Яков ему что? А Яков и говорит: люблю Марийку. Ну, а отец что? Знать, говорит, не хочу твоей Марийки. Женись на той, какую я тебе нашел. Марийка у Дубчака на 3 года вперед в долги влезла. Ты в петлю лезешь и нас, стариков, туда тянешь. А я думала, Марийка, что жить тебе легко. Такая ты веселая. Веселая. Так за улыбку пани у нас пока штраф не берут. Простите, пани, я сейчас. Ну? Старик слушать ничего не хочет. Твердит свое. Руки у меня, Марийка, опускаются. Не могу против его воли идти. А ты не гнись. Ты ему свою силу покажи. Не маленькой. Возьми да уйди. У матери будем жить. Не пропадем. Аби та наука была для нас пожитким дочесним и вечным, як приказал Христос, Пан наш. Амень. Садитесь. Сегодня месяц, как мы занимаемся, а вас все меньше и меньше. Почему она не пришла? Нянчит ребенка, пани учительница. Мать на поле ушла. Ну, а твой сосед? Почему он перестал ходить? У них, пани учительница, начали лен трепать. Мама, никого не видно. Тогда не ленись. Копай еще, копай. Вот и набралось немного. Смотри, спросит, если кто. Говори, желуди собирай. Хорошо. Постойте, хозяюшка. Это ваш мальчик, мой, пани учительница. Почему же он сегодня не был в школе? Я, пани, он мне помогает. У нас семья большая, я одна не справляюсь. Значит, тебя родители в школу не пускают? Я сам, пани, не хочу. Меня прежняя ученица всегда в угол ставила и позволяла картинки в тетрадях рисовать. А ты рисовать любишь? Люблю. Хочешь, я тебя научу? Очень хочется, пани. Я постараюсь для тебя что-нибудь сделать. Только смотри, обязательно приходи в школу. Придешь? Приду. Что же вы здесь стоите, пани? Заходите в хату. Прошу вас, пани, прошу. На голи наши гусы от... Ото... Ото... Гус... Сак... Ото... Гуска... На голи наши гусы. От. Добрый день! Добрый день, пани учительница. Разве в школе девочка не могла бы научиться читать? А ведь в школе, пани учительница, украинской грамоте не учат.
Науке можно, по-моему, на любом языке учиться. Это по-вашему, пани учительница. А по-нашему, так другое выходит. По-нашему, так. Чужа овчина бедняка не греет. Вот поэтому у вас и бедность такая, что вы к культуре не тянетесь. Бедность? Это вы, пани, правильно говорите. Мой отец плохо жил. Соль есть, хлеба нету. Хлеб есть, соли нету. А я еще лучше живу. Ни хлеба, ни соли. Одна картошка, дай та на панском поле. Я вот что хочу спросить вас, пани. Зачем вы детей наших калечите? Насильно их в поляку обращаете. Болит меня от этого сердца. Пани, учительница, уйдите от греха. Слова у меня грубые, не ученые. Я уйду, но вы должны посылать детей в школу, иначе вас оштрафуют. Я и других родителей хочу предупредить. Идите, пани, идите. Я вам путь покажу. Разве можно так с человеком говорить? Она не виновата. Ее закон сюда послал. Пусть правду знает. Это ей на пользу. Может, она и умная пани поймет, в чем хлопское горе. Ты эти краски хотела? Да, пани Ганна. Заверните, пожалуйста. Пожалуйста. Прошу. До свидания. До свидания. Андрей! Андрей! А, Валик! Здравствуй, Валик. Пани Ганна, это наш сосед Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Пани Ганна купила мне краски и бумагу для рисования. Очень приятно узнать, пани учительница, что вы так внимательны к Валику. Мы с ним большие друзья. Однако вы совсем не заботитесь о том, чтобы ваши друзья могли брать с вас хороший пример. Я вам хочу ответить, пани. Разрешите вам предложить зайти вот в эту ковярню, чтобы не стоять на улице? Нам пора домой. Ну, еще не так поздно. И потом я хотел угостить Валика. Прошу. Прошу. Пани учительница, вы помните встречу с велосипедистом? Да, помню. Его в тот день спас только Бог. Очевидно. Но не без вашей помощи. Отец мне все рассказал. Но с тех пор меня не подпускает к воротам даже самой захудалой конторы. Нельзя сказать, что польские законы были ко мне справедливы. Нарушитель законов никогда не может судить о них с хорошей точки зрения. Ваши законы не спасают даже вас самих, пани. А вы беретесь их писать для украинцев и учить по ним. Вы должны понять историческую миссию польской нации. Она объединяет высоким идеалом все народы нашего государства. У нас высокая культура. С нами великий Мицкевич. Мицкевич велик, как и Шевченко. Они сыны своих народов. И они презирали те идеалы, которые подсовывают нам сейчас. Вы не объединяете, а покоряете мой народ. Вы отнимаете у него родной язык. Стыдно, пани Ганна.
Вы, цивилизованный человек, не понимаете, что с таким положением украинцы никогда не примирятся. Они мечтают уже о других идеалах, о других порядках. Довольно? Хорошо видно? Да! Как я рада, что удалось все это достать. Это Африка, Египет. Там растут пальмы. Вместо лошадей там верблюды. А эти горы – пирамиды. Пани Ганна, как интересно! Прекратить! Вот ты где! А я ищу тебя по всей деревне! Пошла вон! Бестолковая девка! Что же вы-то, пани? Разве хлопки здесь место? Прошу извинить, пани учительница. У пани, наверное, есть разрешение на вечернее занятие? Видите ли, официального разрешения у меня нет. Но кому же придет в голову быть против этих дополнительных занятий, которые я решила проводить по своей инициативе? Тогда у пани должно быть разрешение на этот аппарат. А разве и на это нужно разрешение? Очень досадно, что пани не знает таких простых вещей. Мне придется прекратить это незаконное действие с вашей стороны. Вы не смеете этого делать. Я буду жаловаться. И сказал ксёнц: как милостив Бог! Создав свет и человека, он сотворил для него прекрасную жену, сотворил лошадку, на которой мы ездим, он создал корову, которая дает молоко и масло, он создал солнце, которое светит и греет, он создал месяц и звезды, которые так прекрасно светятся ночью, он создал воздух, которым мы дышим, без которого невозможна жизнь. И все это он создал для тебя, человече. Но тогда поднялся хлоп и ответил ксензу так. Жена у меня уже старуха. Состарили ее голод и забота. Лошадку увели за налоги. Коровенку, ты сам знаешь, я продал, чтобы уплатить тебе же за похороны моего отца. Солнце только сушит мою и без того худую и песчаную землю. А луну и звезды я проклинаю зимними ночами, когда дети мои плачут от холода. А воздух... Воздух стал мне противен после того, как я узнал, что им дышит вместе со мной и казнократ, и палач, и обманщик. После этого... Ничего уже не мог сказать ксёнц хлопу. Поглядел, поглядел он на хлоп. Да и пошел к Войту жаловаться, что завелся в деревне бунтовщик. Ну и сказка. Ловку ксенза переспорил. Значит, победил хлоп. Победил. Да, да. Слыхал, у пани учительницы полиция аппарат отобрала. Учительница без разрешения детям картинки показывала. Не, не слыхал. Это вы у нас, пан Дубчак, впереди всех все знаете. А ведь у тебя, Василь, тоже народ собираться любит. А чего ж не собраться, если желание есть?
От разговоров-то человек теплеет. Смотря о чем говорить. А что, Василь, давно я хотел тебе дать заказ на посуду. Возьмешь? Что ж вы, пани, молчали? Мне работа вот как нужна. Прошу в хату. Не помешаем и там кому? Что вы, пани Дубчак, хорошему гостю всегда рады будем. Прошу в хату. Пани учительница, там Андрей вас хочет видеть. Кто? Андрей, сын Василя. Андрей? Зачем он пришел? Что ему нужно? О нет, пань, я же знаю, что делаю. Его увидит Дубчак. Дубчак? Дубчак уехал в город. А почему вы так испугались? Андрей честный человек. Я позову его. Здравствуйте. Вы меня забыли? А я вас помню. Вы мой бог, который спасает. Вы лицо официальное, живете, не нарушая законов, и никому не придет в голову. А моему отцу будут неприятности, если у него найдут эти книжки. Спрячьте. Я у вас потом возьму их. Ужасный человек. Вы меня заставляете второй раз идти против моей совести. Ну, как вы живете? Проверяете детские диктанты? Можно? Вы уже обращаетесь к начальству с протестом? Ура! Нарушаете законы. Вы ничего не понимаете. Я добиваюсь правды. У меня ведь тоже были когда-то свои розовые иллюзии. Надо быть, пани учительница, человеком с костями и мясом, чтобы понимать, что творится на свете. Но для этого нужна смелость. Анна, вы что-нибудь знаете о Ленине? А его смелость? Перестаньте. Здесь не место для споров. Я сейчас уйду. Ведь я вас теперь долго не увижу. Его не могут поймать? Нет, пани. Он удачливый парень. Хозяин приехал. Пани, так-так, хорошо. Пани учительница. А, Габрыс. Добрый день. Опять ваш сын перестал ходить в школу?
Я вынуждена принять меры. Заплатите штраф. Вот. Ясик, иди, ты больше не нужен. Спасибо. Вот теперь и от вас своей порции дождался. Это, пани, нам не диковинка. Мы скоро не только за болезнь, а за смерть свою штраф платить будем. Габрыч, Габрыч, остановитесь! О чьей болезни вы говорите? Почему вы меня с утра не известили? Что с Валиком? Бредит он сейчас, пани учительница. Вас все зовет. Его лихорадит. Малярия, наверное. Вот и пришла беда. Нужно что-то делать. Хина нужна. Доктор, поезжайте в город за доктором. Доктор без денег не поедет, пани учительница. Не теряйте же времени. Нужен доктор. Нет, не могу, пани. Ему 30 злотых в карман сунуть, а мне корову со двора свести. Рука не поднимается. У меня еще дети есть. Не горячись, Хама. Пани у нас в деревне недавно. И еще не знает, что больница далеко. Что врач здесь 2 года не был. А за лекарством нужно в Раздол ехать. Зачем вы здесь? Это безумие. Что же делать? Где достать Хину? У Дубчака есть аптечка. Но он не даст. У Дубчака? Даст. Не ходите к Дубчаку. Вам нельзя к нему. Лучше я сама. Я к ксензу пойду. У него должны быть лекарства. Ксенз может и не дать, а Дубчак мне не откажет. Я? Образумился, значит. Сам пришел. Только к Войту тебе резоннее было бы зайти. Ну да я сам тебя сведу. Марийка! Марийка! Позови Антона! А он за Форестом пошел. Вы его сами послали. Да вы садитесь, пан Дубчак. Я ведь не панской крови, чтоб передо мной выстаиваться. Слышал я, что вы в Линтовне больше всего мной интересуетесь. Вот и пришел поговорить. Смотри, Андрей, меня пальцем тронешь. Твоему старику не сдобровать. А кто же знает, пан Дубчак? Люди не видели, как я входил. А если заметили, то смолчат. Словом, добром вас никто не помянет. Что с вами? На вас лица нет, пан Дубчак? Уж не лихорадит ли вас? Вот беда какая. Где вы тут лекарства держите? Хины вам принять следует. Достали лекарства. Вот порошок. Пожалуйста. Пан Дубчак был так любезен, что даже сам пообещал навестить больного. Уходите из деревни. Не волнуйте меня. Я не хочу, чтобы вас схватила полиция.
вас доброе сердце, Господь простит вам ваши грехи. Пани Ганна. Уходите. Ой. Пан Андрей? Я Марийка. Посмотри-ка, милая, как бы Дубчак не проснулся. Посмотрю. Пани Ганна. Зачем вы вернулись? Я же просила вас. Пани Ганна, я вернулся. Я вернулся за книжками. У меня нет их. Вы их уничтожили, я знал это. Зачем же вы пришли тогда? Я хотел вас видеть. Безумный человек, вы погубите себя и меня. Нас услышат. Пани Ганна. Молчите, отойдите от дома. Я выйду к вам. Вот, пани Ганна, все в этой стране направлено к тому, чтобы образовать пропасть между людьми. Люди разной веры даже не могут любить друг друга. Ну вот, допустим, что мы любим друг друга. Это неправда. Это правда. Разве вы не видите, какая сила заставила меня вернуться, заставила искать встречи с вами? Я люблю вас. Ради Бога, прошу вас, это невозможно. Анна. Разве можно обмануть сердце? Я теперь не смогу не бывать в Линтоне. Вы больше не появитесь там. Я запрещаю вам, вы не должны играть с огнем, вас арестуют. Тогда вы должны бывать в городе. Я прошу вас, я должен вас видеть. Нет, я не могу, я не должна. Это погубит меня. А ну, Иван, хватит! Еще 3 дня нам попотеть и квиты. 5 дней отмахали, по 3 злотых в день. Да, 7 я внес. Вот тебе и весь долг списан. Не торопись, Хама. Смотри, у пани свой расчет. У пани свой расчет, а у меня простой счет. Сколько отработал, столько и записывай.
Вот, сейчас пойду и проверю, что мне там управляющий поставил. Пойдем. Попреду, попреду, по колено в лободу. Попреду, попреду, по колено в лободу. Дай до той дівчини, що хороша на виду, дай до той дівчини, що хороша на виду, хороша я дівчина, хорошого стану, а хто ж тебе любить буде, як я перестану, а хто ж тебе любить буде, як я перестану, побреду, побреду, по коліна в лободу. Добрый день. День добрый. Ну чё? Я насчет недоимки. Хотел узнать. Ну? Сейчас посмотрим. Подходи. Смотри. Читаю. Как? Еще 5 злотых. За что? А чтобы вовремя платил. Ты в прошлом месяце платить опоздал? Свою долю не внес. Или забыл? Так вот это процентики. Процентики набежали. Чтобы не опаздывал. Сгубят тебя эти процентики. То что же ты выходишь? Да так я и до самой смерти платить буду. До смерти и будешь платить. Вы, может быть, смерти моей ждете? Кто чужой смерти ждет, тот скорее свою найдет. Хома, что ты? Опомнись. Идем здесь. Идем сюда. Пани, можно к вам? Войди, войди. Пани. Что случилось, Марийка? Бросил меня Яков. Женит его отец на другой. Настоял на своем. Их душ. Что придумать, пани? Не хочу я Якова отдавать. Убью я ее. Марийка, сумасбродка ты моя. Разве этим спасешь Якова? Долги-то ведь останутся. Все равно на другой женят. Tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Podajemy wiadomości Dziennika Wieczornego. Dzisiaj o godzinie 8 rano Jego Królewska Mość Jerzy VI, Król Anglii, przyjął ambasadora polskiego w Londynie Raczyńskiego i jeszcze raz zapewnił go, że Anglia w każdej chwili da zbrojną pomoc Polsce, żądając zwrotu Gdańska. Miasto Gdańsk nigdy nie dostanie się w ręce niemieckie. Jesteśmy gotowi w każdej chwili odeprzeć atak wroga i nawet sami, bez pomocy naszych sojuszników Anglii i Francji, zetrzeć na wrogę niemiecką. Ja znam. Lecz my Gdańska nie oddamy. Żołnierz nasz mocno dzierży broń w swym ręku i kiedy zajdzie potrzeba, na rozkaz naczelnego wodza, armia polska pójdzie na Wrocław, Królewiec, aż do samego Berlina. Hier ist der Reichssender Berlin und alle angeschlossene Sender, wie das Deutsche Nachrichtenbüro aus Katowice meldet, heute Morgen wurden wieder 2 Leichen deutscher Volksgenossen auf der Straße in Königshütte gefunden. Beide sind ermordet. Ваше мнение, Матеуш?
Да, нехорошо. Мы накануне больших событий. Мама, мама, нет у меня счастья. Не говори так. Ты еще молодая. К тебе еще может прийти счастье. Марийка, Войту бумага пришла. Утром всех парней велено в город направить. Мобилизация объявлена. Мобилизация? Так. Садитесь, Матеуш. Взыщите все долги до одного гроша. Если будет нужно, вызывайте судебных исполнителей. Назначайте торги. Время очень напряженное, пани. Опасно. Вызывайте полицию. Все переводите в деньги. Дело плохо, если стариков стали брать. Какой же ты старик? Смотри, какой гусак. Будешь тут за меня хозяином. Когда продашь теленка, отдай долг Василю. Выкупайте с огорода картошку, заройте за хатой. Там песок, ей сухо будет. Ну, забор почини. Хорошо, Хума, все сделаю. Будьте здоровы. Счастливого пути. Будь здоров. Прощайте. Никогда не видела у нас таких самолетов. Часы простые, деревянные, стоимостью 2 злотых. Раз. Часы простые, деревянные, стоимостью 2 злотых. Раз. Кто покупает? Часы простые, деревянные, стоимостью 2 злотых. Раз. 2 злотых 10 грошей. 2 злотых 10 грошей. Раз. 2. 3. Продано. Юбка шерстяная, стоимостью 9 злотых. Раз. Целый год я работала, чтобы сделать это платье. 2. 3. Продано. Корыто деревянные, подержанные, 50 грошей. Раз, 2, 3, продано. За ней осталось еще 18 злотых. Но ведь у нее больше нечего взять. А корова? Так корова стоит 100 злотых. Берите корову. Комендант, дайте приказ привезти корову. Что случилось? Что здесь происходит? Пани Янина, вы знаете, что там делается? Там у людей последние отнимают. Успокойтесь. Пани Янина, это в вашей власти. Вы можете остановить.
Я умоляю вас. А мне непонятно ваше волнение. Можно подумать, что вы из числа тех, кто не одобряет существующий порядок. А вы? Вы обираете до нитки несчастных людей. Юзеф! Отворяйте! Полиция! Эй, кто там есть? Давай дверь. Давай караул. Не дам. Отойди, баба! Не дам. Бери корову. Отойди, баба! Не дам корову! Размяться, что ли? Слезай, Кама. Давай мы тоже. Ну, пошли. Праника, ну прыгай сюда. Давай, пошли. До самой станции эшелоны стоят. Все пути заняты. Да что? Черт ее знает. Ничего, постоим. И вот мы совершили 200-километровый поход. Почти не слезая с коней. Вся армия отступает, и я отступаю. Вы извините меня за неожиданное посещение. Я узнал, что это ваш замок, и я позволил себе заехать к вам, чтобы передохнуть. Пожалуйста. Да, думали ли мы с вами, графиня, на курорте в Карпатах, что через год встретимся при таких грустных обстоятельствах. По-моему, вы не сопротивлялись до конца. Пани, вам простительно так говорить только потому, что вы женщина. Стефан, честь польского офицера прежде всего. Знаете ли, пани Янина, я столько видел за эти дни, что теперь мне смешно, когда мне говорят о чести.
Я видел на второй день войны, как наши кумиры уже беспокоились о своих чемоданах. Что это я вас спрашиваю, пани? Честь? Здрасте. Здравствуйте. Я помню вас. Вы были в тот раз с мальчиком. Да. Пожалуйста. Меня просили передать. Знаете кто? Да. Вы его сейчас не увидите. Не пугайтесь. Его взяла полиция. Многих хватает в городе. Арестовали? А я так хотела его видеть. Не волнуйтесь, пани. Он в бригитской тюрьме сидит. Знаете, на улице Казимира. Его освободят. Вы ведь знаете, сюда идут? Кто? Сюда идет Красная Армия. Это все говорят. Красная Армия? Русские? Я не знала этого. Так вы говорите, его освободят? Так. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Стефан! Стефан! Кажется, случилось самое страшное. Говорит Молотов. Ввиду всего этого правительство Советского Союза вручило сегодня утром ноту польскому послу в Москве, в которой заявила, что советское правительство отдало распоряжение главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Смей, брат. Не трожь. Отойди. Робітників та селян Західної України. Дорогі брати і сестри, командир першого рангу Семен Тимошенко. Ишь ты, какое дело? Домой. Домой. Домой надо подаваться. Так, папа. Такие, как вы, погубили Польшу! Не такие, как вы, а такие, как вы, погубили Польшу! Вам все было мало! А теперь вы думаете, ваши деревни будут вас защищать! Надо сжечь! Сжечь! Сжечь деревни! Не оставить камня на камне! Стефан, вы должны это сделать! Я умоляю вас! Направо!
Будьте добры, помогите! 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 Поезжай на горбы, а там на перерез. Погоня! Там ты ее переймешь. Погоня! Борщ! Все! Борщ! Удираешь, пани? А кого ж мы судить будем? Дружишь? А ну, вылазь, вранье чертово! Судить вас будет вся деревня. Это будет страшный и самый справедливый суд. Вылазь! Люди! Свершилась великая правда! Мы долго ждали ее, терпели! Люди! Великий советский народ несет нам эту правду. Ветер с востока идет. Клянемся же нашим братьям о нашей любви, нашей дружбе. Клянемся, люди!